Всем теплый осенний привет, я Леша, сильные новости, рубрика «Короче», поехали. Жители хутора посадили во дворе туи, а их украли. Инцидент произошел в минувший четверг по улице Белого. Это дело рук женщины в светлой куртке и мужчины в темной одежде. Именно они попали на камеру видеонаблюдения. К слову, туи высаживали за свой счет. На это потратили 175 рублей. Местные уже инициировали сбор средств и собрали необходимую сумму. В Минске пьяный подросток разбил более 10 машин на ярмарке. Это произошло вчера утром по улице Есенина. Вначале парень оторвал металлическую трубу от торговой палатки и пошел крушить машины. Свой поступок он объяснил просто – был пьян. Очевидцы вызвали милицию, парня задержали. Участник белорусской версии шоу «X-Factor» Дмитрий Сивчик позвал замуж российскую телеведущую Ольгу Бузову. Он признался, что уже давно был влюблен в нее. После выступления он с кольцом и букетом направился прямо к жюри, где и сделал предложение. Телеведущая согласилась, но, кажется, в серьезность намерений своего поклонника она так и не поверила.